это 17-й год, показали, что паттерны биохимические, нейрофизиологические, цифровой зависимости абсолютно идентичны наркотическому поражению. Более того, эти затрагивают именно те зоны мозга, которые ответственны за принятие решений и чувство тревожности. То есть, если вы забираете у человека гаджет, вы вызываете у него панику. И это можно лечить. Знакомьтесь, симулятор айфона. Плейнсшеллер, да, это не смешно, да, создаются специальные симуляторы айфона для того, чтобы люди могли сидеть и крутить шарики. Это такие новые четки 21 века. Да, вот, потому что в противном случае, если человек чего-то не крутит, не тыкает и так далее, у него возникает чувство тревоги.